чтобы улыбка светила, как солнце. Лечение зубов, исправление неправильного прикуса и устранение других дефектов полости рта предлагает современная стоматологическая клиника «Ортостом». О качественном лечении специалистов одной из передовых клиник республики смотрите в сюжете Алины Багиловой. С греческого слова «ортодонтия» переводится как «ровный правильный зуб». Неправильный прикус – проблема, с которой сталкивается почти каждый второй. Подобные проблемы носят не только эстетический характер. Если вовремя не заняться лечением, в дальнейшем подобные аномалии могут привести к деформации пропорций лица, быстрому стиранию эмали, разрушению зубов и появлению боли в челюстном суставе. У нас в клинике «Ортостом» основное направление – эстетическая ортодонтия. Вот с помощью брекетной системы, в которой мы работаем, мы можем мы акцентируем внимание не только на прикус, на ровные зубы. Вот, мы можем элементарно, если взять, разделить лицо пациента от кончика носа до подбородка, мы можем именно этот участок, например, мягкие ткани, губы, можно их подчеркнуть, можем увеличить, улучшить за счет зубов. Мне очень важно состояние пациента, они уходят с эмоциями, довольны. От этого я двойне радуюсь. Я понимаю, то, что я все делаю правильно. Однако, как утверждают специалисты, безнадежных случаев, равно как и возрастных пределов для ортодонтического лечения, не существует. Методов лечения у специалистов клиники «Ортостом» немало. Поскольку лечение рассчитано на длительный период, к выбору компонентов нужно подходить тщательным образом. Клиника «Ортостом» отслеживает тренды, предлагая пациентам те, которые были не только клинически тестированы, но и прошли успешную практическую апробацию ведущих ортодонтов по всему миру. Работа с такими сложными ситуациями требует не только высокой квалификации, но и должного опыта. Когда речь идет о человеческом здоровье и красоте, рисковать нельзя, а потому уровню подготовки в ортостоме уделяют самое пристальное внимание. Помимо основной специализации, «Ортостом» проводит образовательные проекты, позволяя ортодонтам всех регионов получить доступ к высококлассным ортодонтическим знаниям и навыкам с приглашением ведущих специалистов в области ортодонтии. Мы находимся на территории компании «Ортостом». Сегодня здесь проводится семинар. Приехали доктора с различных регионов нашей страны. Мы обсуждаем интересные темы, которые сегодня очень актуальны для всех, для нас. Тема использования высокотехнологичной аппаратуры в комплексе с применением различных способов фиксации. Эта технология сегодня не имеет альтернатив, и многие технологии, которые применялись нами раньше, они сегодня не могут сделать тех эффектов, которые мы получаем на пассивном самолигировании. Вот эти два дня были посвящены тому, для того, чтобы обсудить, увидеть, проанализировать эти эффекты с очень хорошей доказательной базой, с отдаленными результатами того, что мы делали раньше и то, что мы делаем сегодня. Я хотел бы выразить слова благодарности Курбаеву Мусаевичу, который прикладывает очень большие усилия к тому, чтобы в этом регионе развивалась ортодонтия. Это долгосрочный проект на то, чтобы коллеги, которые работают здесь, они имели возможность развиваться, двигаться. И самое главное – делать счастливыми себя и пациентов. Подобные семинары – это удобный формат подачи информации, качественные обучающие материалы, возможность общения с коллегами и не только. Я очень благодарна этой стоматологии «Ортостом», что они организовали эту лекцию, сказали, что будут у нас еще семинары, и с удовольствием будем приезжать и посещать. Врач-ортодонт решает многие проблемы, начиная от неправильного прикуса, заканчивая тонкой работой по исправлению лицевых дефектов. Своевременное ортодонтическое лечение позволяет улучшить здоровье полости рта, предупредить появление множества проблем, которые нередко возникают из-за неправильного расположения зубов и челюстей, а также заметно преобразит улыбку, сделав зубки ровными и красивыми. Ведь уверенность в своей улыбке – это уверенность в себе. Выбирайте качественное лечение у специалистов, которые любят и знают свою работу. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала».